Юная Пелагея за ходом работ следит внимательно. Она будет одной из первых, кто проверит качество установленных качелей. Поиграть на новой площадке девочке уже не терпится. Но пока нужно подождать, чтобы застыл цемент. А давай покатаемся. Ну, сейчас же нельзя. Дядя сказал, только завтра вечером. Долго мечтали. Вот как родилась Пелагея у нас, так и мечтали, чтобы площадка была близко, а не далеко. Жителям Самарского района теперь не придется ходить в соседние дворы, чтобы погулять со своими детьми. Работы по установке новых детских площадок и ремонту старых ведутся полным ходом. Депутаты учли все пожелания граждан, и каждый двор получил индивидуальный проект. Инициатива исходила от жителей, которые обращались к своим депутатам, и уже совместно с депутатами мы формировали по каждой площадке набор оборудования, формировали предложения, учитывалось требования СНИПов, САМПИНов, наличие коммуникации, и, в общем, исходя из этого, получилось наполнение каждой площадки. Во дворе дома номер 56 по улице Ленинской на площадке разместятся горка с качелями, а для ребят постарше установят спортивный уголок. Также будут установлены металлические конструкции, баскетбольный щит, футбольные ворота на спортивной зоне. После этого зачищается площадка и наносится цельное резиновое покрытие. До конца года в Самарском районе 10 дворов обзаведутся новыми площадками. А значит, Пелагея и другие дети смогут играть рядом со своим домом. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.